Один из таких уроков прошел на базе ОМОН. На встречу пришли члены общественного совета при УВД Сочи, сотрудники служб и подразделений полиции, ветераны МВД. Бойцы ОМОН показали образцы табельного, автоматического, специального вооружения и экипировку сотрудников спецподразделений, специальную технику. Полицейские рассказали про характеристики оружия, особенности его использования в служебной деятельности. В заключении ребятам позволили посидеть на броне. Рассказы про службу и оружие очень понравились не только юношам, но и девушкам. Некоторые всерьез задумались о работе в правоохранительных органах.